Сергій Кузнецов, Валентин Куліпова, представники політехніка. Сергій, спершу тобі слово, що вам не вдалося зробити сьогодні для перемоги? По ігрі першу половину ми більш-менш справились з задачами, поставленими нам. Вторую половину нам не хотіло фізично, ми проіграли багато единоборств, проіграли підбор, почали бросати багато трьохочкових, необдуманих, где-то були поспішні атаки, не могли організувати толком ігру. Відчувалося відсутність майку? Скільки? Та ні, не особо чувствовалось. У нас є как бы, игроки молоді, которые хотят играть, которые выходят заряженные на игру. У нас сидят на замене там, даже вот сегодня не вышли некоторые. Я думаю, мы их заменили там другими игроками. Не сильно повлияло это сегодня. Дякую, Сергею. Валентин, ваш комментар. Сегодняшняя игра как домашняя игра. Хотелось, конечно, достаточно интересную содержательную игру, но, к сожалению, немножко не хотела на четвертую четверть, чем, по всей видимости, является прошлым за последние три недели, сделали 8 выездных игр. Очень сложно, очень тяжело в том, чем там отыграть, когда команда подряд делает 8 выездов на 3,5 недели. Очень сложно. Ситуации удерживать физическую комплексу физическую, что ты будешь дополнительно платить деньги. Фактически, если игровать, то некогда.